Главное управление ФССП России по Московской области для замещения вакантных должностей приглашает граждан на службу в органы принудительного исполнения Российской Федерации. Поступающим в органы принудительного исполнения гарантируется стабильная заработная плата, ежегодный оплачиваемый отпуск по 37 календарных дней, выход на пенсию по выслуге через 20 лет службы, обязательное государственное страхование жизни и здоровья, охрана здоровья и медицинское обеспечение, обеспечение жилым помещением сотрудника и членов его семьи в порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации, предоставление единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам, имеющим общую продолжительность службы не менее 10 лет.